Сергей Коробов – барабанщик с 30-летним стажем. Еще в детстве мужчина мечтал стать музыкантом. Включал пластинки, брал подручные материалы и импровизировал под различные треки. Мне почему-то барабаны всегда нравились. Вот. То есть я как бы брал подушечку, и у мамы брал спицы и дубасил, в общем, по подушке. Повзрослев, Сергей понял, что играть на ударных – это его призвание. Музыкант взял с собой палки для барабана и пришел в клуб «Прогресс», где и началась его музыкальная карьера. Мы туда пришли, поднялись на второй этаж и оказались вот, собственно, в помещении, где люди музицировали. Мне очень понравилось. Вот. Я впечатлился и стал туда ходить регулярно. Вот. Ну и постепенно стал играть в ансамбле. Потом поступил в музыкальное училище Нижегородское, окончил его. Приехал сюда с 99 года, я являюсь преподавателем детской школы искусств. Закончив музыкальное училище в Нижнем Новгороде по классу ударных, Сергей решил вернуться в Саров и обучать музыкальному искусству детей. На протяжении 20 лет он работает в детской школе искусства и учит своих подопечных нотной грамоте, правильной постановке рук и ног, знакомит детей с ударной установкой, палочками, тарелками и пэдом. Барабаны требуют определенной координации, то есть как бы определенного мышления, вот, то есть ритмика, метроном, то есть все это как бы вкупе. Сергей играет в музыкальной группе «Тайный союз». Ее ближайший концерт пройдет 13 сентября в Доме ученых. Приглашаются все желающие. Для зрителей старше 16 лет. Начало в 18:00. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.